Привет! Сегодня мы в парке Точкава. Я приехала специально посмотреть цветы. Здесь свадьба японская в японском стиле. Очень красиво. Цветут очень много цветов. Прям лежат они такой голубой, голубой красивой пеленою. Вот так вот. При ближайшем рассмотрении есть немножко белых, но в основном они голубые. Здесь очень красиво, классная погода. Им налаживают грим. Вообще. Сейчас мы пойдем в тюльпаны. Конечно, уже поздновато. Но, к сожалению, не нашла времени. Абсолютно. На это у меня ребенок тоже открыл свой канал. В YouTube у меня все время уходит на ребенка теперь. На себя время нет. Так, пойдемте в тюльпаны. Пришли в тюльпаны. К сожалению, немножко поздно. И половина уже опала. Но в тени еще цветут фиолетовые. Красивые тюльпаны. Такие. Вот озеро. Там тоже еще есть цветы. Так, как-то обойти немножко. Людей уже много. Я с утра немного была занята. Приехала, короче, уже к обеду. Соответственно, народу много. Много народу. Ну, ладно, ничего, все равно. Так, еще есть здесь тюльпаны. Так, вот здесь. Тоже фиолетовые, другой сорт немножко. Вот такие. Прошли, вот здесь розовые цветут. Еще очень красиво довольно-таки. Здесь вот сзади. Вот тоже. Ну, как бы уже понятно, что конец цветения. Мы потом немножко еще в другие цветы сходим. Сегодня прям будет наконец-то время посмотреть на это все. Можно сказать, спокойно. Наконец-то все в школе. Красивые очень желтые тюльпаны. Сейчас к ним поближе подойдем и посмотрим. Кто-то вот идем в парка чуть-чуть. Здесь еще тоже все цветет. В тени прям вообще еще прям они все цветут. Вот такие хорошенькие, такие прям красивые. Там фиолетовые, всякие разные. Короче говоря, тут уже отцвели. Все есть. Даже вот еще желтые, по-моему, только начинают расцветать. То есть у каждого свое время цветения. Вот, есть. Получается, все цветут в разное время. Стороны моста. Такие красивые всякие тоже. Их очень много видов. Есть, как обычный тюльпан, да, у которого... Ну, сколько там у него лепестков? 6-8, да, примерно у тюльпана. А есть тюльпаны, в которых очень много лепестков. Прям 20-30. Ну, такие другие сорта. Всякие разные. Их здесь растет, не знаю сколько видов, более может быть тысячи даже, всяких разных красивых тюльпанов. Там вот вдали много, сейчас туда подойдем. Здесь вот мы дошли до них, тоже здесь много. Вот такие цвета прямо вообще лимонного типа цвета, даже не знаю. Сейчас еще с той стороны обойдем. Все фотографируют. Такая красота. Что можно здесь ходить часами. С другой стороны розовые, фиолетовые, красные, не знаю еще каких оттенков. Есть даже на одном тюльпане несколько цветов, как желтые, например, с красными или розовыми такими краями. Какие красивые все они. В принципе, тюльпаны мы посмотрели. Сейчас мы пойдем немножко в другие цветы и там тоже погуляем. Здесь очень красиво. Даже поздно. Уже, в принципе, для тюльпанов и отцветать начали. Очень-очень красиво. Так что, может быть, все равно интересно смотреть.
пошли в поля рапс, пчелы. Так, когда идешь в нем, оно высокое, в принципе, такое, ну я тоже высокая, но японцы, наверное, низкие, когда идешь, наверное, они, вот эти поля, как бы, получается, чуть ли не по твой рост высотой, то, конечно, вообще, конечно, это очень круто, смотришь, гуляешь в них, вот, тут фотографируют, снимают на видео всех. И очень много народу сегодня все равно. Дошли. Красиво. Там японцы фотографируют одетых собачек. То есть такой прикол. Короче, как они фотографируют этих собачек. Там вообще что-то невероятное. Здесь идут японские цуцуджи. Все уже полностью 100% красные, ярко и ярко-розовые. Сейчас вот отойти назад, то вообще сдалека смотрится. Так вот вообще красиво. Офигеть.